сегодня хочу попробовать записать, как отмечают День Победы у нас в Тбилиси. Посмотрим, что из этого получится. Я пока сам точно еще не знаю. Обычно те, кто хотят отмечать этот праздник, собираются у нас в Баке-парке. Раньше Баке-парк назывался Парком Победы. Поэтому ветераны и те, кто помнит этот день, собираются именно здесь. Вот сейчас мы подходим к Баке-парку. Вот этот вход. Давайте я буду называть его по-старому. Парк Победы. Все же. Молодежь, по-моему, уже не знает, что раньше парк так мы называли. Вот так выглядит площадь перед Парком Победы. Или Баке-парком. Вот вот сейчас лают. Вот. Обычно здесь не бывает, только много цветов. Сейчас специально, видимо, торговки знают, что сегодня праздник. Тут будут люди, и поэтому столько цветов. Вот. Сейчас отсюда открывается именно сам вид на Парк Победы. Не могу сказать, как точно называется скульптура. Вон там, раньше, впереди. К сожалению, если я увеличу, будет плохое качество. Я подойду поближе и сниму потом еще. Вон фонтаны, а в конце фонтанов там была и есть могила неизвестного солдата. Во время разрухи и раздрая там скульптуры многие бронзовые поразбирали на металлолом. Сейчас покажу, как это все выглядит поближе. Вот телевизионщики. Я сегодня немножко опоздал. Ах, так получилось. За компьютером всю ночь сидел. Ну, думаю, что здесь еще будут мероприятия проводиться. Разговоры проходящих туда. Многие только сейчас подходят. Чтобы было понятно, сейчас примерно час или полвторого. Я скажу точно время сколько. Ну, попозже. Да, где-то, наверное, полвторого будет. Холода. Вот. Ну, многие только сейчас подходят. Именно не просто как парк, а именно по поводу Дня Победы. Смотрят, говорят, что народу мало. Ну вот фонтаны, например, не всегда работают. Сейчас сегодня работают. Вокруг все праздника, видимо. Так. Смотрим, что дальше будет. Говори, как это не забывают совсем. Этот праздник у нас тоже, как видите. Вот, даже сцену подготовили. Видимо, намечается концерт. Обязательно постараемся посмотреть, что здесь будет. Сцену только раскладывают, видимо, будет попозже. Так, мне кажется, я буду сегодня здесь до позднего вечера. Ха, интересно, заиграют старые русские военные песни или нет? Или будет рок-концерт какой-нибудь? Один маленький исторический факт. Больше всего в войне погибло, конечно, русских. Но в процентном отношении, а вот Грузия сама же маленькая страна, да? В процентном отношении из всех бывших союзных республик в Великой Отечественной войне в процентах погибло больше всего грузин. Вот. Так что это так, просто к сведению. Я уж не знаю, сколько там по цифрам, но в процентах точно больше. Вот это и есть могила неизвестного солдата. Сейчас покажу одну штуку. Очень интересно. Вот, я думаю, что с этого ракурса будет видно достаточно хорошо. Значит, вот видите, вот эти черные 4 штуки, постаменты. И вот с этой стороны 4 штуки. Раньше на них лежали, солдаты, бойцы, или как там, неизвестные солдаты, да, наверное. Так вот, именно их растащили потом. Во время раздрая и развала всего растащили на металл. Вот. А вот здесь с этой стороны бассейн, который я вообще не помню, когда в последний раз функционировал. Нет, бассейн нет. Вон там сверху, сейчас, секундочку, немножко ракурс поменял. Значит,
Ну, не знаю я название этой статуи уже. Раньше знали все, наверное, в старое время. Ну, вот раньше от этой статуи наверху вот так вот эстакадой, короче, лесенкой спускалась вода, был фонтан, и она шла вниз вот в этот бассейн. Вот. Когда он последний раз функционировал, когда... Ну, было очень прикольно, очень красиво. И потом прохладнее было от воды. Вот сейчас я проходил мимо тех фонтанов, да, которые там с той стороны. Ветер подул, окатило таким хорошим душем. Ну, это было, в общем-то, как раз то, что нужно, потому что у нас довольно жарко сейчас. Кстати, огонь горит! О, это как случилось? Это я не видел раньше. Сейчас подойду поближе, сниму обязательно. Да, интересно. Честь зажгли. Значит, трубы работают, газ это еще работает. Но он тех вот солдатиков, по-моему, восстанавливать не планируется. Да и фонтан тоже. И еще один любопытный факт. У нас в Грузии все любят, не все, ну, разумеется, не все, так нельзя говорить. Ну, большинство, очень многие любят Сталина. Ну, как видите, разумеется, как генерал, как главнокомандующий вот в то время, в принципе, заслуженно, наверное, в чем-то может. Я раньше к Сталину относился не так, чтобы, да? Но судя по тому, что я вижу сейчас, что происходит в мире, у меня уже неоднозначное мнение по поводу него. Трудно судить. История пусть судит сама дальше, там видно будет. Время все оставит на свои места. Вот. Будет видно, кто был прав, кто был не прав. Я не судья. Ну, раньше я к Сталину очень негативно относился. Ну, сам неизвестный солдат. Еще один ракурс с цветами. Не знаю, насколько хорошо меня слышно сейчас в камеру. У меня нет с собой дополнительного микрофона. Поэтому, ну, надеюсь, что... И вот ракурс. Так, пока мы, наверное, перерыв небольшой сделаем. Дальше посмотрим, что будет происходить. Если будут какие-то интересные события здесь. Кстати, я ожидал здесь русских увидеть много. Ну вот я когда побежал к Парку Победы, видел байкеров, на мотоциклах мимо проезжали. Посмотрим, что еще будет здесь. Когда я пришел, локации уже собирают. Ну вот, концерт, все, значит, был. Видимо, сыграли, видимо, именно, да, в 12 часов, видимо, сыграли именно военные песни. Раз так, а, получается. Именно военные песни сыграли, все. И сейчас уже расходятся, да, и телевизионщики тоже расходятся. Но люди приходят еще, в общем-то, да, в принципе. Да что я могу сказать, общий итог. Все же не совсем забывают, хотя, конечно, так масштабно это не проводится, как где-то в других странах. Тем не менее, День Победы у нас, в принципе, я не знаю, это, наверное, было бы очень неправильно, если забывали бы. Потому что я еще раз говорю, что в процентном отношении не только грузин, но я имею в виду людей из Грузии, потому что в Грузии живет уже много разных национальностей, да? В процентном отношении... Да нет, есть полноценно. В общем, это все можно проверить. Да, именно если даже набрать грузин как нацию, то в процентном отношении, да, именно больше всего в Великой Отечественной войне погибло грузин. Да. Как-то так, да? А он канат поднимается на Черепахе озеро. Там у нас наверху на горе озеро. Очень прикольно. Так что всех приглашаю. Летом. Да, и сейчас уже тепло, в принципе. Военные формы. Да. Я так стараюсь тише говорить немножко, но... Моя мысль такая, в общем, да, что вот этот маленький концерт, ну, видимо, организовали, тоже государство организовало, да, огонь зажгли там что-то, но все это делается в честь памяти стариков, ну, больше, чем как ради самого праздника, а просто в честь памяти тех, кто еще остался, ну, детей, кто еще помнит, чтобы люди не совсем уж сильно размещались и бунтовали. Ну, в общем-то, в
уважаемый человек, видимо, люди к нему подходят. Да? Видите, ну я не могу его очень близко снимать, это неудобно у нас, поэтому, да, так сильно в лицо камеру направлять. Попробую, конечно, поближе подойти. Обязательно. Вот, в честь этих людей, видимо, и огонь зажгли, и концерт делают. Но не так, что ли. С праздником! И да, и складывается такое ощущение, что этот праздник будут помнить только до тех пор, пока эти люди живут. А когда их не будет, то и праздник забудут. Это грустно, печально. Если ничего не поменяется, конечно. А я на это надеюсь. Вот так вот. И дела. Украинский венок тоже присутствует. Так вот. Радует, что дети подходят. Это радует. Такая штука сейчас происходит. С этим ветераном все сейчас подходят фоткаться. Ну, я не знаю, это как бы неправильно. Я просто подошел руку, пожал, и все. А тут как это самое, ну что он, блин, короче, это неправильно. Так думаю. О, сейчас все случаи, очередь выстроилась. Просто подойди и все. Опа-на. У нас постоянная ветра. Так вот. Интересно, когда подул ветер и упали венки, вернее венок, то упал именно грузинский венок. Вот этот вот, видите, там не хватает цветочков некоторых, вот они валяются, там попадались с этого венка, когда он упал. Ну, я в принципе знаю, почему это произошло, это никакое не это самое, не мистика, а просто он один из самых больших и полностью, вот остальные венки как бы с дырочками, ну там это самое, а это как парус стоит, ну поэтому он и упал. Первый, не первый, а единственный. Остальные венки поменьше немножко размера. Вот. Ну, все же так, любопытно, конечно. Так, секундочку сейчас. Вот тут Беларусь, Грузия. То есть тут венки, видимо, от разных посольств еще есть. А, Казахстан видел. Это, видимо, от Украины, значит, украинцы принесли все же сами. Я думал, это наши поставили венок. То есть, молодцы, нормально. Украинцы принесли венок, это меня радует. Да. Да, Казахстан. То есть, Украина, Казахстан и Беларусь. Вот так вот. Больше никто. Председатель общества ветеранов Грузии. Вот это человек. Да, что вы говорите? Да. Только что говорил, показывал свои корочки. Председатель общества ветеранов Грузии. Это надо снять. Вот, я такой мы подошли к этому человеку, все спросили. Это генерал-лейтенант Тиашвили Георгий, генерал запаса. Генерал-лейтенант. Спасибо огромное. Спасибо за все. Да, да. Понятно. Спасибо. Спасибо за победу. Спасибо вам за победу, за все. Дай Бог вам 100 лет жизни, крепкого-крепкого здоровья. Между прочим, я еще к врачу не хожу.
А вот куда попадет моя фотография, эта семья будет счастлива. Что вы говорите? Это правильно, потому что мои, например, ученики, они вот в 17-18 лет все больны на повал. У кого что? Я серьезно вам говорю. Сейчас время больное. Да, честное слово, все больны, все. А вот эти люди абсолютно здоровые. Вот представьте себе, что я к врачу не ходил. Полностью здоровый человек. Неудобно спрашивать, а сколько вам сейчас лет? Ну, это не стыдно говорить, наоборот. Вы должны сказать это, что здесь? Ага. А, значит, подождите. 33-го. 90, да, вам лет? Откуда 90? Не, меньше. 86, 7. Да, ага. Меня сколько будет? Я не... Алло. Извиняюсь. 62. А? Я не могу сказать. Когда человек делает добро, Бог милует его. Поэтому я в жизни никому плохого не делаю. Естественно. Поэтому я в жизни не собираюсь, раз вы хотите еще столько лет. А что-нибудь могли бы рассказать, как война, как война была, как было на войне? А, нет? Я немножко, это, может быть, слух немножко у меня. Может быть, мы запишем просто, громко. Может быть, знаете, что лучше всего, поздравления записать тогда, да? Поздравления? Да, вот просто, чтобы человек тоже поздравил как-то от своего имени. Мы его поздравляем, мы еще будем вот это поздравить. Это Зелёсалт Паисин, да. Вот Пенсо Улус. Да, я сам поздравляю всех сегодняшним днем, чтобы все были счастливы, поколение особенно, чтобы помнило этих людей, которые жизнь отдали для них. Мы вас тоже поздравляем от души, желаю вам здоровья, благополучия и примите наш низкий поклон и огромную благодарность за все, что вы сделали. Я постараюсь жить еще долго, обязательно продолжить вот это связь с людьми. Обязательно. Что надо делать, обязательно. Вот самое, мы с женой третий год ездим по бывшим республикам. Отмечаем 9 мая. Вот. Больше всего поразило в Риге. Вот с этого места до примерно Мозаики все поле, все пространство до статуи памяти русского солдата. До памятника известного солдата. Да. Вот, было усыпано огромным слоем вот таким вот гвоздик. Люди нескончаемым потоком шли со всех сторон. Меня это удивляет, потому что я слышал... Было. Да, но все такие антироссийские настроенные люди сидели по домам, боялись выйти. Да, серьезно? Да, шли молодые люди в голубых беретах, с российскими флагами. И огромное количество, ну и молодого поколения было очень много, кто, видимо, дети уже русскоязычные. Вот, и там, в общем, очень душевная атмосфера была. Я тут близко смотрю в основном русские новости, и то, что я вижу, говорят про Прибалтику, что там очень антироссийски настроены и все такое, меня это удивляет, что в Риге так. Я и про Украину слышал. Да? Да. Я и про Украину слышал, у меня племянник двоюродный в Киеве, и я думал, что в Киеве не будут отмечать День Победы. Нет, говорят, отмечают, все, короче, это самое, очень, очень даже. А в прошлом году в Таллине были, тоже очень много людей пришло, но поменьше, чем в Риге. Там и мемориал поменьше. И не с таким размахом людей. Но все равно много. Вот у нас в этом году не так много людей сегодня, да? Ну, а мы в прошлых годах... Дождя, да. Тут, наверное, побольше было. Было побольше, конечно. Но должны были быть... Относительно других лет, допустим, как раньше. Раньше было еще больше людей. В этом году не так много. Ощущение, что фашисты немного нагнали туч вот, в 10 утра. Фашисты? Фашисты, но кто еще? Сейчас вам хуйню сюда. А, ленточка. А, конечно. Спасибо. Питеру привет. Много пострадал. Тбилиси. Нас помнят еще.